На отрезке отметили две точки, синюю и красную. Если разрезать отрезок в красной точке, то получим две части, одна из которых на 30 сантиметров длиннее другой. Если же разрезать в синей точке, то одна из частей на 50 сантиметров длиннее другой. Найдите расстояние между красной и синей точками. На отрезке отметили две точки, синюю и красную. Если разрезать отрезок в красной точке, то одна часть будет на 30 сантиметров длиннее другой. Если же разрезать отрезок в синей точке, то одна из частей будет на 50 сантиметров длиннее другой. Каким может быть расстояние между красной и синей точками? 40. Ваша версия? 10. 10. Итак, есть ответ 40, есть ответ 10. Кто прав? А давайте мы вас обеих выслушаем. Это синяя точка. Это красная. Да. А если мы... Может, немножко сюда рисунок, чтобы... Если мы разрежем синий, да, то у нас, напомните, пожалуйста, сколько? 30. Ага, и цвет плюс 30. Да. А если в красный, то y и y плюс 50. Да, конечно. Получается, у нас 2x плюс 30, но 2y плюс 50. Да. x равно y плюс 10. Ну да, 30 вычли из обеих частей и на 2 поделили. Да, то есть вот этот x — это то же самое, что y плюс 10. Да. У нас вот это y плюс 10, а это y плюс 50, соответственно, это 40. Отлично, спасибо. Ваше решение. Нет, не будет. Давайте, извините, пожалуйста. Если в случае тоже заходит y, то будет y плюс 50. И получается, не будет, что разница как раз 10 равна. Поняли? Оказывается, в задаче 2 ответа. Мы не знаем, где y, а где y плюс 50. Понятно? Все, спасибо. Вопрос. А как можно было... Как можно было не писать уравнение? Потому что, вот видите, даже вот вы запутались. Причем, заметьте, вы обе решили задачу неверно. Когда в такой задаче говоришь ответ 10, там, или ответ 40, или, ну какой-то там ответ, а на самом деле ответ 2, это значит, что задача решена неверно. Правильно? Вот вопрос. Как обойтись без уравнений? Вот это мне вообще вот не хочу. В принципе, не хочу никаких иксов, игреков. Все это... Вот, более того, даже не хочу рисовать две точки. Объясняю почему. Как только вы рисуете две точки, то вы рискуете перепутать в каком они порядке. Давайте зададим себе вопрос. Что значит одна часть на 30 сантиметров длиннее? Как это сказать по-другому? В терминах, где расположена синяя точка? Вот она делит отрезок на две части, одна на 30 сантиметров длиннее. Как это может быть по-другому? Да. Громче. 15 сантиметров середины. Молодец. В 15 сантиметрах от середины. Значит, у нас есть середина отрезка. И синяя точка, мы не знаем где, но мы знаем, что слева или справа в 15 сантиметрах. Так? Вот, вот два варианта, да? Или здесь, или здесь. Так, а то, что 50? В 25. Смотрите, как все просто. Смотрите, как все просто. У нас вот такая картина. Вот это синяя точка, или здесь, или здесь. И красная точка, или здесь, или здесь. И что это значит? Расстояние может равняться... Если берем вот такое расстояние, то надо вычитать. Если берем такое расстояние, надо складывать.